Одним из главных нововведений в предстоящем обновлении станет древняя обсерватория – новая карта для режима 6x6. Для победы в обсерватории команде, как и на других картах 6x6, надо набрать 1800 очков. Очки накапливаются за убийство игроков вражеской команды и провод звездных сфер до своей базы. С определенным интервалом в середине карты появляются светящиеся сферы. Они поочередно направляются сначала в сторону одной команды, потом другой. Игроки противоположной команды могут помешать сфере достичь пункта назначения и даже направить ее к своей базе. Сделать они это могут при помощи специальных преобразователей, расположенных в определенных местах на карте. Дойдя до преобразователя, звездная сфера поменяет направление в зависимости от того, в какую сторону настроен механизм. Любой игрок может поменять направление преобразователя, даже в сторону вражеской базы. Для этого необходимо использовать его в течение 5 секунд, не получая урона. Пройдя через все преобразователи и достигнув базы, звездная сфера принесет команде 250 очков. Если за короткий промежуток времени до базы дойдет несколько сфер, то за каждую дополнительную сферу команда получит 100 бонусных очков. Поэтому некоторые команды могут решить накапливать сферы между преобразователями на своей стороне карты. Однако не забывайте, что после успешной атаки вражеская команда способна увести все ваши сферы. За 8 минут до конца боя на карте появятся дополнительные проходы. За 5 минут активируется последний преобразователь, расположенный прямо возле базы команды. Интервал появления сфер тоже меняется с течением боя. Сначала сферы появляются раз в минуту, и каждые 5 минут интервал уменьшается на 15 секунд. Текущую скорость появления можно увидеть на индикаторе вверху экрана. С введением новой карты изменяется расписание сражений на полях битвы. Теперь карта меняется 2 раза в день. Обновленное расписание вы можете увидеть на своем экране.